5 августа 2011 года. Алексеев Карл Владимирович. А? Мой 14-й ребенок, мой 8-й сын. Вот только 7 лет исполнилось. В школу пойдет. Первый раз он сыграл это произведение «Как здорово» на синтезаторе. А теперь как на фортепиано сыграй. Отключи синтезатор и давай. Ошибочками, но, правда, ты всего-то полчасика назад как разучил, да? Угу. Ну, ничего. Вот такого ребенка, который с листа читает, поет, играет, в музыкальную школу запрещено брать, хотя он сольфеджио отлично знает, да? Угу. На баяне он играет хорошо, баяне, да? Угу. На других инструментах, на балалайке, на всех. А на фортепиано и на скрипку его не пускают, не подходит по фамилии, наверное, да? Хотя экзамены, да экзамены даже не допускает приемных. Оригинально это в России. Ну что делать? Сами будем дома заниматься, да, Карл? Да. Тебе нравится играть-то? Да. Ну вот, кто тебя заставляет, что силы, ремня дают, что ли, или как? Нет? Мне просто подбирают музыку. Ну все, тебе дают музыку, ты сам играешь с удовольствием, никто тебя не заставляет, правильно? Причем у тебя, я говорю, играй там на трубе, на чем-то, а ты хочешь на синтезаторе. Ну, пожалуйста, синтезатор тоже хорошо, хоть на трубе тоже играть интересно. Mm-hmm. В оркестре играть, на барабанах ты у нас, главный барабанщик, да? Mm-hmm. Ударник. Инструментов у нас много, все равно научишься играть. Правильно? Кто хочет, тот всегда научится. Ну, правда, педагоги там руки поставят, там еще выпрямись, сядь покрасивее, и что ты сидишь как сгорбленно. Все будет хорошо. Это второй дубль, а ты еще петь должен у меня. Играть и петь. Хорошо? Слова ты выучи.